Один украинский военный погиб в зоне проведения АТО. На протяжении минувших суток самые активные боевые действия велись на Донецком направлении. В частности, в поселке Луганская и на участке фронта Авдеевка Пески российские оккупанты неоднократно использовали тяжелое вооружение. Украинские позиции в Невельском противник накрыл огнем из артиллерии. Мощные минометные обстрелы зафиксированы в Песках и Авдеевке. На Мариупольском направлении неспокойно было в Красногоровке. Здесь опорные пункты силовиков, террористы обстреливали. Стреляли из минометов. На протяжении двух с половиной часов противник выпустил по украинским укреплениям 70 мин. На Луганском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в том числе 4 минометных.